было, по-моему, буквально. Хороший солнечный денек. Решили прогуляться сегодня. Было, там такое местечко, которое называется Жабьи Долы. Сейчас через Хожов едем. Наши Жабьи Долы. Это такое местечко, это 4 озерца. Вот раз, два, потом там вот 3, но оно что-то все высохшее, и сзади меня 4. Расскажи историю. Это такие 4 озерца. Вот по вот этой вот дороге раньше железная дорога проходила, сюда вывозили какие-то отпады. От чего только? От копальни. Тут еще... Давно выдобывали руды, цинки, овью. Короче, сейчас это ничего нету. Сделали такую зону, запустили лебедей, запустили рыбу. Люди сюда приходят отдыхать, но... Озера вообще в 50-х годах здесь. Понятно. Вот такое местечко. Здесь хорошо очень весной и летом. Но вот мы почему-то собрались сюда еще зимой. Постоянно живут лебеди, утки. Специально взяли хлеб, чтобы чуть-чуть покормить этих прекрасных лебедей. Они даже не улетают никуда, здесь живут. Совсем рядом птички. Даже что-то там фыркают. Каким удовольствием собака плавает. Так, сейчас холодно, она прям сама лезет, плавает. Морда довольная до ужаса просто у нее. О, сейчас вылезет, обстряхнется. И сейчас опять полезет. Столько радости у собаки. Интересно, полезет опять? Нет, все. Искупалась. Еще раз палочку. Опять поплыла. Там еще маленький песик тоже ходит. Нет, этот побоялся. Так вот люди здесь гуляют. Хорошее очень место. Ты, боже мой. Здесь вот еще есть еще пару озер. Вот. Уже запад. Солнце заходит. А вот там виднеется карьер. Когда-то тут добывали, наверное, землю. Что-то. Сейчас уже заброшенный он. Ну, красиво выглядит. Там поля. Тоже тут водятся кабаны, поэтому надо тоже тут осторожно ходить. А то еще нападет такое стадо кабанов. Тут много людей отдыхают. Так. Тоже ходят поезда там вдали. Осталось тут еще. Товарный поезд с чем-нибудь там. Не знаю. Или немножко на Жабьих Долах, но холодновато все-таки еще. И не так красиво. Зелени нету. Вот не люблю я, когда зелени нету. Но уже почки мы видели вот на вербе, да? Это верба была? Так, чуть-чуть. Сегодня воскресенье.
погуляли, подышали свежим воздухом, выгулили нашего Костика, у которого с завтрашнего дня начинаются каникулы 2 недели. Кладбище. Я уже говорила, все здесь такие кладбища аккуратненькие, ухоженные. На каждой могилке лежат цветочки. Сейчас там бункер, смотри. Чего? Бункер. А, вот бункер, да. Можно мне в вот такие, заехать или в А мне вот такие свет. Домики нравятся. А? С двориками. Мне все равно, нам надо заехать купить фильтр для кофе. Ой, сюда, здесь такое большое все. Нет, давай лучше в наш тот маленький кемпинг поедем. Тут центр целый. Скопище магазинов. Но мы поедем в другой Керрифур. Там дешевле, бензинчик дешевеет, и это приятно. Там тысячелетие. Сейчас мы в Карифурчик заезжаем. Вообще мы обычно в Ашан ездим затариваться, но здесь как-то он решили в Карифур. Там наш парк Кожовский. Да хватит. 100 лет что-то мы, да, не были в парке Хожовском. Вот туда, да, вот поехали. Направо. Парк. Ой, сколько там людей сегодня в Хожовском парке. Ой, да, может, что-то там было. Да просто гулять сегодня пошли. Погода хорошая. 3,84 бензин. Здесь никто не заливает в этом бензин. Нехороший он бензин. Не снимаю, Карифу. А потом еще подумаешь, что их. Фильм снимает человека, все. Да че ты как это вечно? Никого ничего не снимаю просто. Здесь вот. Есть для неполносправных место.